Body you a boy, make a big noise, playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mug on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place. We will rock you. Григорий, я было хотел уже у тебя спросить, как тебе песня, но потом вспомнил слова наших мудрых наставников, да. Что если группа или ребята, или песня нравится женской половине аудитории, то тут вообще не о чем разговаривать. Да. Девочки, вам понравилось, девушки? У нас среди наставников женщин нет. Да, я так понимаю, что девчонки в шоке просто. Да, просто в шоке, да. Такое количество парней на одной сцене. Такое и все было... бьют в барабан. Да. Ну, Матвиенко хитрый, конечно, зараза. Хитер! Хитер. Считаю, что вас обязательно за уши нужно тянуть в финал. А зачем? Объясню. Спасибо. Они будут нравиться девчонкам. В финале, наконец, они споют хорошую песню на русском языке. И этот рыжий Иванушка сможет спокойно идти курить и уезжать на пенсию. Наконец-то отпустите парня, потому что скоро он получит пенсионное удостоверение, и будет очень трудно ему петь. Виктор, просто сейчас страна в недоумении прильнула к экранам. Вы имеете в виду Андрея Григорьева Аполлонова? А что, там еще один рыжий есть? Не, просто мы понимали, о ком идет речь. Ну, я думаю, вся страна и так знает. Я вообще только делаю комплименты. Я считаю, что это достойная группа, которой нужно очень серьезно заниматься. Им тоже нужно серьезно заниматься, пока они нас всех облапошили этой прекрасной песней. А хочется услышать что-то по-настоящему вот уникальное. Мне понравилось. Вам спасибо понравилось. Спасибо. Да. Слава Богу. Слово Максиму Фадееву. Макс.
Ну, во-первых, Игорь, как всегда, как-то магически подбирает ребят, что они реально друг другу все подходят. У каждого разная энергия, разные ощущения. Все они поющие, что важно. Ощущения группы есть абсолютные. И в этом, конечно, Матвиенко нет равных. Это правда. Удивительная метаморфоза произошла с Ромой Даниловым. Он пел у меня в команде почти оперные арии, а тут... А тут вывел рок. И видно, что это ему больше нравится. И я очень рад, что он нашел таки свое место благодаря Игорю. И настроение, с которым они все это делают, это совершенно замечательно, и это передается. И нам сколько барабанов. Очень все это хорошо. Другое дело, что все-таки до Иванушек вам все-таки, на мой взгляд, пока еще далековато. То есть не стоит обольщаться. Ну, такого вокала, конечно, у них еще нет. Да, Иванушек далеко всем, Константин. Вот. Да, даже вот. Мне. Поэтому мне понравилось. Очень нужно работать, и все будет хорошо, я уверен совершенно. Спасибо. Спасибо. Я когда начал слушать, что поменяли корды на песню, то сначала мне это не понравилось. Это действительно, это такой грех трогать такие песни у нас в мире. Но как начал слушать дальше, то понравилось. И что-то там есть. И я действительно согласен, что на финал должны этих парней взять. Спасибо. Спасибо так большое. Поздравляю. Спасибо. Игоря и вас. Очень понравилось. Ну, собственно, я хотел буквально секунду отнять. Вот просто Уолтер сказал про аккорды. Аккорды из другой песни. What I wanna do, making of me. Ну, это привычный ход наших композиторов, когда ритм из одной песни, а точно из другой. Точно, я понял. И в результате третья песня. Это вот это, то есть все, 100%. А можно вас попросить просто спеть акапельно трехголосный припев вот этой песни? Ну, григорианские хоралы, я понял. Почти попали. Мы будем работать. Значит, сначала, что не понравилось? Не понравился унисон в начале. Вот. Я думаю, что это волнение, но это был самый сложный, конечно, момент спеть. Унисон вообще самое сложное в хоровом пении. А в общем, так, с комсомольским задором достаточно уверенно и симпатично. В общем, молодцы. Спасибо большое. Спасибо большое.